Привет, друзья! Это аллея памяти на Левобережном 3. Здесь установлен памятный камень 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Проспект Мира. Он начинается от Донецкого шоссе и до Левобережного 3. Протяженность 1500 метров, то есть 1,5 километра. Сейчас я подойду к этому памятному камню и покажу его вам, и мы прочитаем, что же на нем написано. Сейчас прочитаю, что написано. Аллея памяти закладена на честь 50-летия визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників учасниками боїв, що входили до складу армій 1-ї гвардійської, 7-ї гвардійської, 8-ї гвардійської, 6-ї, 12-ї, 37-ї, 46-ї, 57-ї, 5-ї гвардійської танкової, 17-ї повітряної, 2-го і 3-го українських фронтів, 25 жовтня 1993 рік. Друзья, на этом все. Теперь вы знаете, где находится аллея памяти, где установлен камень. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Также ссылочка будет в описании на полный видеокаталог всех памятников, которые есть у нас в городе. С вами был Виталий Пискун и канал Vital Way. Пока!